Зоркий глаз, твердая рука и ровное дыхание. Сегодня в Чебоксарах на Олимпийском стадионе стартовал чемпионат Приволжского федерального округа по стрельбе из лука. Представители 7 регионов приехали в столицу Чувашии, чтобы помериться силами и профессиональным мастерством в стрельбе на олимпийских дистанциях. Лучники на огневом рубеже, сама сосредоточенность, ни одного лишнего движения, взгляд на мишень. Чебоксары уже во второй раз принимают лучших спортсменов Приволжского федерального округа. За награды чемпионата ПФО сражаются более 100 стрелков. У всех разные дистанции. Щиты для классиков установлены на отметке 90 и 70 метров, для блочников – 50. По словам организаторов, участники на этом чемпионате подобрались очень сильные. Соревнования будут у нас проходить они по олимпийской системе, соответственно, стрелять стартовый круг, квалификационный раунд, и потом по кубковой сетке. Кто выше, соответственно, стреляет с более низшим соперником. И так до окончания победителя. Шансы у нас неплохие, то есть у нас и как бы стреляют в классическом. Два дивизиона лука у нас проходят, это блочный и классический лук. В классическом луке у нас представлены достаточно сильные участники, а в блочном луке мы пока вот после первой дистанции лидируем. Главное сейчас как можно точнее отправить стрелу в цель. Роман Ефимов – один из лидеров в мужском блочном луке команды «Чувашии». В свои 17 лет он бронзовый призер чемпионата Европы в командном зачете. Роман признается, секрет успеха – выдержки и спокойствие. А в этот спорт меня привел друг в 2010 году. А заставил остаться, просто интерес начал. Места занимать, выполнять разряды. Участие в чемпионате принимает и сборная соседней Удмуртии, приехавшая в столицу Чувашию впервые. По словам ижевских спортсменов, этот вид спорта у них только развивается. Поэтому главная задача на этот чемпионат не призовые места, а приобретение необходимого опыта. 4 года назад я пришел на стрельбу из лука, просто потому что мне нравилось из него стрелять. Начиналось с самодельных в деревне на огороде, а потом узнал, что у нас в Ижевске есть секция по стрельбе, мне захотелось. У участницы из Татарстана Камилы Хамидуллиной времени на отдых практически не остается. Все свое каникулярное время она отдает оттачиванию мастерства стрельбы. Сейчас, например, чтобы на соревнования, я за это лето выезжала 4 раза на соревнования. Все лето в тренировках. И сейчас еще будут соревнования 5 сентября. А так я занимаюсь уже 5-й год. Имена победителей станут известны 6 августа. Наши спортсмены намерены пройти отбор на чемпионат и первенство России, которые состоятся, соответственно, в Великих Луках в августе и Калининграде в сентябре. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика.